Салам пополам, ребят. Казахстанский футбол на футбуме. 13-й тур КПЛ, стартующий матчем Атырау Тараз. Поединок на нейтральном поле в Кокшетау, поэтому давление трибун не будет ни на одну команду, думаю, ни на вторую. Далеко не факт, что зрители вообще будут. 15:00, будний день, будний рабочий день. Ну и плюс ко всему играет, естественно, не Акжетпес, а команда из нижней части турнирной таблицы. То есть, собственно, единственный фактор, который может давить как на номинальных хозяев, так и на гостей, это вот турнирное положение. Команда делит, ну, не самое почетное предпоследнее место. По дополнительным показателям, вот у Тараза небольшое преимущество в том плане, что жамбылцы забили больше, вот, но, правда, и пропустили, конечно, немножко больше. Вот, да, у них три победы, нет ни одной ничьи, и возможно, что будет первая, возможно, нет. Вообще, по линии матч на три результата, вот, с небольшим перекосом в сторону нефтяников, но я бы поостерегся заигрывать их победу. Постерегся вот почему. Если посмотреть на то, как Атырау играл вот в Павлодаре в минувшем туре, ну, я от них ожидал, честно говоря, большего. Вот. С другой стороны, команда Олега Дулуба могла быть, вполне могла быть на фоне усталости после кубкового полуфинала в Шымкенте. Вот, плюс переход с естественного газона на искусственный. Это раз. Ну, теперь у атырауцев будет и больше времени на восстановление. Вот, ну, и не будет, опять же, никакого перехода на другой тип поля. У Тараза же в прошлом туре была очередная маленькая трагедия. Вот домашний матч с Тоболом, который команда Вахида Масудова провела достаточно хорошо. Но свои моменты не реализовали. Вратарь в очередной раз не выручил. Ну и в итоге вместо там либо 0-0, либо минимальной победы, вот в итоге минимальная баранка. Однако по качеству игры мне Тарас понравился даже немножко больше. Вот, соответственно, для любителей рисковых ставок, наверное, Тарас с нулем за 2.41 от пари матча, это не так уж и плохо. Индивидуальный тотал жамбылцев больше одного мяча за 2.26, ну, заслужит рассмотрения, вот, хотя, опять же, с такой реализацией, как у них, вот, в последних матчах, это тоже достаточно рискованная идея. Взять, обе забьют за 1.99, учитывая то, что команды наверняка пойдут вперед, очки брать нужно. Не самый плохой вариант, но я бы, наверное, все же остановился на тотале матча в 2-3 гола за 2-0-1. Вот пари матч, страхуясь от возможной нереализации, это первое. Ну и второе, Тарас в этом сезоне уже обыграл Атырау 2-0 на своем поле, по игре, на контратаках, опять же, по крайней мере, был первый гол Тараза. И мне, опять же, кажется, что повторение, вот, игры, оно возможно и сейчас. Ну, может быть, не по результату, но по крайней мере по стилистике. Поэтому я бы скорее взял бы вот вариант с коэффициентом 2.01 и ставкой на тотал матча в 2-3 мяча. Всем спасибо, смотрите нас на YouTube, читайте на футбол.кз, комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Всем удачи, всем пока!